Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. Российская Федерация подписала конвенцию в числе первых стран. Противодействие коррупции является одним из важнейших направлений государственной политики, а также важной задачей и важнейшим направлением органов прокуратуры. Органы прокуратуры осуществляют свою антикоррупционную деятельность на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона о прокуратуре, Федерального закона о противодействии коррупции, а также иных федеральных законов, нормативно-правовых актов, в том числе на основании Национального плана противодействия коррупции, который утверждается президентом Российской Федерации. Коррупция имеет много разновидностей. Взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство, когда в приеме на работу предпочтение дается членам семьи, оказание влияния при выработке законов и правил для получения личной выгоды. Все это распространенные примеры правонарушений и должностных преступлений. На сегодняшний день органы прокуратуры совмещают в себе функцию координации правоохранительных органов по борьбе с преступностью, а также надзорные функции, которые включают в себя проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции и муниципальной государственной службе в органах поднадзорных органам прокуратуры, соблюдение государственными и муниципальными служащими запретов, ограничений, требований антикоррупционного законодательства. Также прокуратура проводит антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов и их проектов, составляет заключения, приносит требования. Кроме того, органы прокуратуры проверяют соблюдение требований антикоррупционного законодательства в организациях, независимо от организационно-правовой формы, и иных органах, а также ряд других функций, которые возложены на органы прокуратуры как федеральным законодательством, так и организационно-распределительными указаниями и приказами Генеральной прокуратуры и указаниями прокурора края. Прокуратурой Северского района на постоянной основе проводятся проверки по исполнению и соблюдению законодательства о противодействии коррупции. Принимаются меры прокурорского реагирования. Прокуратурой района в истекшем периоде 2019 года выявлено более 150 нарушений законодательства о противодействии коррупции, с целью устранения которых прокурором приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений, а также привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности. Граждане, общественные организации, располагающие информацией о коррупционных нарушениях, могут обращаться с заявлением в прокуратуру. Уважаемые жители Северского района, обо всех фактах, известных вам, связанных с коррупцией, злоупотреблением чиновниками и должностными лицами своих обязанностей, своего положения, прошу обращаться в органы прокуратуры, в том числе на условиях анонимности.